У нас наступила жара, все цветет, семена летят. Хотя еще последние числа мая, еще даже июнь не наступил, но жара прям летняя и уже недели две, наверное, стоит, если не больше. Больше 25 градусов. А мы с Машей традиционно в субботу идем на рисовальный завтрак, едем в мастерскую, чтобы там поработать, подумать свои мысли. Вон там яблоня, красотища такая. Все усыпано. Мы вчера с Мишей были в парке. Там очень красиво все цветет. Доброе утро, воскресенье. Давно я не показывала вам наш лес. Мы с Вовой пошли гулять с собакой. Покажу. У нас все цветет и все распускается. И очень красиво. Но лес еще немножечко прозрачный. То есть зелень еще не такая бурная, как в конце лета. Такие достаточно нежные, свежие оттенки.